Да, ну что, давайте, я вас не боюсь, щенки вонючие. Кто против меня? Понял, Эмер против меня. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, No Name, странный никнейм, Фриз, Васаби, Суслик, Шрек, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня аниматроники будут гоняться за нами с части FNAF Sister Location, они очень злые и агрессивные. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну что, давайте начнем с Балоры, вот прям по очереди будем ставить и посмотрим, что они могут. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся снять что-то очень крутое, и кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord. Ссылочка где, пацаны? В описании. Совершенно верно. Так, а что она только за мной? Она убивает через стены. Это очень круто, очень. Так, ну что, будем добавлять с каждым разом все больше и больше, давайте сразу будем по одному ставить. Прощай. Это была хорошая попытка умереть. Я сразу иду вовнутрь пиццерии и посмотрим, на каком расстоянии она может меня убить. Так, пацаны, будьте осторожны. Это очень злые аниматроники, очень. Кстати, у нас есть мод на ломание двери, но насколько знаю, они двери должны уметь открывать. Да, а где они вообще бегают? О, вижу, вижу. Кстати, она может на машины залазить? Вы не проверяли? Сейчас пойду проверю. Не, хочешь проверить ты? Не, ну ладно, давай проверим. Давай проверим. Только для начала надо на эту вонючую машину запрыгнуть, я не могу что-то на нее запрыгнуть. Я залез. О, ты залез, да? Не убивает. Очень странно. И она тебя убила. Так что, ребята, нема смысла даже прятаться на машинах. Так, ой, ну что, видит. Будем еще добавлять. Ой. Теперь ставлю более злого аниматроника, это Эннард. О, это он Дима. Быстрый. Он очень быстрый, он мимо меня пробегает. А, нет, ладно. Немножко дернулся. Еще и Балора мне хочет замочить. Быстрее, быстрее, Дима, быстрее. Дима, ну как я сначала пошел? А я к тебе. Давайте проверим, откроет дверь или нет? Так, а кто дверь открыл? Это Балура. Дверь открывать реально умеет. А они двери умеют открывать. Ебать. Интересно, они умеют еще залазить вот сюда, вот на вот эту вот ступеньку. Будем проверять сейчас. В конце ролика будет их настолько много, что аж будет лагать Гаррис Мод, поэтому рекомендую досмотреть до конца. В конце будет жесткое мясо. Просто мясище. Хорошо. Давайте их буду еще добавлять. Блин, тут один из нас скин аниматроника, я его немножко боюсь. Стремновато, когда я его вижу. Хотя знаю, что у нас с этой части не майн писишек. Добавляем еще. Теперь у нас пошел Фантайм Фокси. Он тоже быстрый, он тоже очень скоростной мужик. Кстати, в них можно будет вселяться. Если этот ролик наберет 3000 лайков, мы будем вселяться в них и выживать на лабиринте. Я думаю, что лабиринт — это очень классная тема. Кстати, вышли новые лабиринты, будем пытаться на них записывать. Конечно, они очень гигантские и здоровые. Ой. Ой, я пошутил. Не бойся, я так 100 раз сделал. Так, я вижу, бежит, бежит. Все решу, друзья, не карту, не так уж я и хорошо знаю, да? Не знаю, как обходить. А на Эмполке 5 забежал. Потому что это не обычный NPC, это с раздела DRGBs. Они просто бегут напрямую. Так, я вижу, пацаны умирают регулярно, это хорошо. Это плохо. Так, давайте теперь ставим Фантайм Фредди. Так, всех мы поставили по одному. Теперь я буду просто добавлять количественно. Как вы думаете, кого из них самый быстрый? Это, наверное, Эннер, да? Быстрый. Фокси? Фантайм Фокси, наверное. Так, бегут. Хорошая попытка выживать. Ну, надо добавлять все больше и больше. Сейчас мы устроим пацанам райскую жизнь. Я сейчас зайду вовнутрь. Тут труп валяется. У нас тут беседа с Фантайм Фокси. Дима, не мешай. Не могу. Так, мне интересно, они смогут туда залезть или нет? Наверное, смогут. Дима, ты вижу... где? За мной 3 аниматроника. Могу тебе... Да, я добавляю еще одного. А ну, давайте проверим. О, пацана хотят убить. Они смогут достать. А, хорошо, давайте мы сделаем сюрприз. Блин, если бы ты не ушел, бы тебе осталось со спины. Дима, ты что делаешь? Ого, через окно убило пальцами рук. Ой, я стою, меня никто не трогает. Ладно, сейчас убьет, чувствую. Вот это звук скрежета. А, бегают. Нормально, пацаны, мочат. Я вижу, умирают и умирают. Так, сколько я уже поставил? Штук 6, наверное, поставил. Больше. Больше, да? Надо штук 20, наверное, будет лупануть. Так, пацаны не сильно-то быстро умирают. Хочется, чтобы было быстрее намного. Сейчас мы все устроим. Будет мясище, как я люблю. И вы все любите, мои подписчики. Смотрите, когда у нас просто в канале творится. Не бойся. Вы хотите есть. Работу, да? Есть. Давай, залазь, отлично. Вот он бегает. Убийца стекол пошел. Какая
такая бесстрашная. Так, давайте теперь сделаем эксперимент, на каком расстоянии могут убивать. Так, не убивают. Значит, машина, она не может убить. Убивают. Она не может. Смотрите, я уже стою сколько? Метров два от них. Блин, так стрёмно, когда я вот так вот стою. Есть контакт. Мы тут собеседовали, Дима, приходи к нам. Не, я боюсь. Да не бойся, они добрые. Добрые? Хорошо, хорошо. Они не убьют. У нас тут собеседование. Ты когда не подходишь? А где у вас собеседование? Там на улице. Ого, прикольно разговаривают. Что-то новенькое. Видно, их все-таки обновили. Вот давайте мы же можем двери ломать. Давайте двери будем разрушать. Где мой дробовик? А эти двери не ломаются, только деревянные, а металлические не хотят. Так, сейчас мы все-таки попробуем их расстрелять. Заходите в кухню, там покушать вам принесли. Да, дверь не ломай, прощай. Как тебе еда, нормально? Классно. Так, иду еще добавлять. Добавляем очень много. Дверь открой сейчас, да. Двери они вообще смело открывают, и это очень круто. Не все, кстати, NPC могут открывать двери. О, я в офисе буду. Охранника. Офис, закрывайся. Мы сейчас узнаем, какой пол у него. Отлично. Все, заходи. У нас тут собеседование с трех аниматроников. Да. Заходите, заходите все в офис. Будем тащить здесь. Дверь, кстати, очень странно закрывается. Она сама потом открывается через некоторое время. Да, я понял. Ломай двери. Двери нельзя разломать. Опа, убили еще одного челика. Не-не-не-не-не-не-не, они с нами побегут, не надо. Никого нету? Я слышу, они бегут. Пацаны, бегут. Зря ты это сделал. Так, попробуй сейчас как-то выжить. Так, сейчас он пробежит мимо. А давайте проверим, через стену можно убить? Через стену не убивает, представляете? Легкотня. Он, наверное, нас не видит, да? А вот он. Че, он там стоит в углу и не заходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не убивает через стену. Классно допилены. Раньше, я помню, убивали они через стену, сейчас уже нет. Через окно могут. Так, ну что, добавляем еще, я хочу еще жестче. Это все фигня. Не надо, Дима. Надо, не бойся, я так стараюсь сделать. Меня еще ни разу не убили. Серьезно? Я тоже, кстати. Ну я же не стал вахами. О, тут она пройдет. Ой-ой-ой, есть, умер. Че? Я разошелся, пацаны. Там будет вообще жестко. Быстро, очень быстро, аниматроники. Ха-ха-ха, я вижу, как он бежит. Жопа аж вспотела, да? Ой, блин, хотел обойти. Они вспотели. Вот это веселье. Еще ставим. Иди, давай, беги, сзади. Еще много штук ставим. Да как он меня не убил? Видели, как это было рядом? Я их вообще не боюсь ни о чем. Я не видел тебя, я вообще тут не находился. Ладно, забираю свои слова назад. Они жестко мочат, особенно со спины, аж дергаюсь. Так. Здесь никого нету. А я еще не убили ни разу. А где ты ныкаешься? На крышу, да, залез? Нет, я просто бегаю. На крышу нельзя. А какой тебе скин? Смерти. А, скин смерти? Хорошо. Ой-ой-ой, ты тут движ бежит за мной. Ух ты, вот это. Блин, на расстоянии убивает. Балора вообще мощно. Так, ищем смерть. Надо смерть найти, чтобы наказать. А где смерть? Я даже не знаю, где. Да все, меня убили, Дима. А, да? Блин, я хотел тебе сделать за подлянку. Физга нам тебя поймать, чтобы они тебя мочили. Ты честно. Это честно. Ой, они бейся, ты че? Я тебя буду тоже бить. Подойди так к нам, они тебе дадут хлебушка. Подойди. Это толпа тут бегает, жесть. Такой скрежет от них исходит. Так, давайте по карте походим. Они же все равно могут двери открывать. Быстрее, Дима, быстрее. Давай, будет, беги, то, Дима, беги. Да не, отлично, я убежал. Ага, и они бегут. Так, сюда. Дима. О, о. А давай сделаем победителя того, у кого будет меньше всего смертей. Хорошо, у меня всего... А первая табличка это смерти, да? Нет, это убили. А, да, вот 9 раз я умер. Хорошо, все. Тогда я хочу выжить. Ой, тогда я хочу затащить. Сейчас я и буду ставить столько много, чтобы умирали жестко. Последнее место не хочу занимать. Ух, их сколько много. Кстати, вы заметили? Вообще не лагает карта, да, с ними? Они вообще не нагружают систему. Дим, вот ты сказал, что мы много раз умирали. Это в курсе, что они тебя тоже будут убивать? Нет, я буду стараться умирать меньше. Вот это я яйцами ударился об стол. Это было жестко.
Бегите, пацаны! Бегите, это аниматрон апокалипсис. Так, станем здесь. Пацаны, вы их ко мне ведете? Ой, я сейчас залезу, он меня не убьет, смотри. Ой, я в машину провалился. Не убили его, да. Не убил, да, вообще мощные. Беги, беги! Мне интересно, у них жизнь не тратится? Сейчас возьму админские пистолеты, мы проверим. Возможно их убивать или нет? Они убиваются! Давайте потом, когда будет еще очень много, сразу залезем. Ну все, давайте битву будем устраивать, помочь им их. Только таким, не сильно мощным оружием и базуками тоже. Они хотя, в принципе, можно базуками, главное бомбы не взорвать, потому что бомба — это мясо вообще будет. Да, бомба — это мясо. Давайте проверим, сколько жизни у них. Так, дробаш, пошел, в живот. Вообще не убивается никак. Давайте, мы... Она приостанавливается, когда вы по ней попадаете. Вы заметили? Медленнее становится. Да-да, пацаны устраивают апокалипсис. Жестко, жестко, пацаны. Это аниматрон апокалипсис. О, стоит. Давайте попробуем пройти. Ну ладно. Я ему специально подался. Ну что, давайте. Я вас не боюсь, щенки вонючие. Кто против меня? Понял. Энер против меня. Какой ты хорош! Железная морда, блин. Вы хоть одного убили или нет? Или вообще невозможно убить? Нет. Они очень мощные. Очень, да, мощные ребята. Они очень мощные. Они вообще просто. Уже пулемет надо какой-то брать? А, догоняем. Надо только с Бенни Хопом убегать. Так, давайте возьмем что-то помощнее из оружки. О, красная граната. Я вижу, он застрял. Да, давайте проверим, сможет его убить красная граната. Дамажит, дамажит. Я застрял гранату ему. Но он не умирает от красной гранаты, представляете? Красная граната, она много хп. Очень много хп отнимает. О, убил! Энер, да убил красную гранату. Значит, у них жизней где-то 1003-4 у них жизни. Мне кажется, 5 или 6. Ой-ой-ой, да хорош. Ты думаешь, 5 или 6? Мне кажется, 9999. 10, кто больше? Напишите, ребята, в комментариях, у кого сколько жизней из аниматроников. Я думаю, что надо взять, наверное, миниган. О, или не миниган, я знаю, что он даже. Мне миниган не помогает. Вот, пушка с Эриосом 2. На, тебе щенок. Убил! Убил! С Эриосом 2 пушка убивает. Значит, и другие оружия могут убивать. Так. Спасибо. Ай. Ну давай, давай, умирай. Давайте, пингвинчики на это оружие называю, потому что они так скользят прикольно. Ой, извини. Я убил. Убил, убивается, да, все-таки? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Больно же. Так, хорошо, раз пацаны их убивают, сейчас мы кое-что сделаем. Ребята, готовьте, сейчас будет жесткая-прижесткая дуэль. Сейчас мы зайдем очистим карту. Так. И я поставлю очень много штук. Почти. Давайте вот таких. О, давайте Эйнар, да? Эйнар все-таки, мне кажется, вообще мужик жесткий. Поехали. Эйнар, Эйби самый жесткий. Ой, Дима, они за мной бегут. Ой, ты что делаешь? Ребят, ты что, не считал, что будет мясо? Я свое слово сдерживаю. Теперь возьмем оружие. Надо было сойти слово. И базука. Давайте с базуки погасим. Заходи, заходи, не бойся. Убью, не убью, не интересно. А, отвали. А, достает везде, заразу. Я его боюсь. Метка попадаю, все четко, но он не умирает почему-то. Он передумал со мной воевать, думать, псих какой-то неадекватный. Я всех убиваю, себя тоже. Вот это класс. О, вот это. О, миниган, вот. Дима, я там что? Только ты ж меня не убей. Стильщик. О, господи, тут не закрыто. Эй, меня не убивай. Да тихо, вы ж меня убьете. Но, в порошок растет. Я убил. Вот это жесткач. Толпа, прям, знаете, как с Эриосом 2, когда толпа бежит, ты гасишь. Да ну хорош, мужики. О, самоубийство. Да что творится? Я поджигаю. Не успел. О, надо бомбу... Надо бомбу с Counter-Strike заложить. Тихо, мужики, стопэ.
Давай, бомба, успей, успей, не успей. А, быстрей! Стоп, Иисус. Ким, хочешь я? Давай, 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 быстрей, 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 пока не увидел меня. Есть. Бомба заложена. Будем сейчас, короче, минировать всю карту. К чертям собачьим. Еще одна. А, не успел. Вот это жесть, базук, сука, полетает. Так, 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 давайте сюда забежим. Будем тут минировать. Все-таки бомба здесь достает. Минируем. А, жара. Специально за мной следил, чтобы меня убить. Быстрее, 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 быстрее. Есть. Уходим. Еще одно. Быстрее, быстрее, есть. Есть. Успел, 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 успел. Первый взрыв. Я повижу. Сейчас еще будет взрыв, ребята. Вот это вообще жестко тебе не. Ой, я сейчас тоже буду. Быстрее, есть. А, убегайте. Ой, горит, все, горит. Это пламя идет. Я помню. Ну что? Много их еще осталось? Да, девочки, понюхайте. Буду пытаться со СМГ-шечки убить, может получится. А! Вот это еще один. Надо задним ходом. Есть. Красавчик попал. Только по мне попадать на очки. Да. Ух ты, жахнул. Кстати, после этой бомбы, смотри, как жестко все горит. Это бомба с Counter-Strike GO. Ну что, пацаны, мы всех убили? Нет, еще нет. Они убегают. Они уже, короче, отступают от нас, очканули. Очкошники. Ой-ой-ой, вот это я там нафигачил бомб. Классно, просто у нее эффект такой офигенно горит. О, так. Шары. Есть. Короче, шары АФА двух штук их убивают. Что, всех убили? Нет, я еще слышу где-то пиццерии. Не, никого нету вроде бы. Пиццерии есть. Пиццерии заходят, пиццерию. Короче, все горит, все дымит. Надо осторожно. А он там что ли? Вижу, вижу, вижу. Ну что, мужик, тебе не повезло, мы тебя сегодня просто уничтожать. Он уже убегает от нас. Да хорош, мочи. Что ж вы друг друга мочите? Все, убили. Тогда сваливать, а пацаны сейчас все там разломают. Так, ну что, последний тест. Я им отключаю игнорировать игроков. Мы сейчас будем их взрывать ядерной бомбой. Они сейчас нас убивать не будут, так что можете по ним не стрелять. Ставлю всех по одному. Они будут просто по карте бегать, но нас мочить они не будут. Так, еще побольше поставить. Надо разных прям, совсем разных. Много штук, много. Очень. Ну что, я взрываю бомбу. Ой, крякнул. Я буду небольшую бомбу взрывать. Это шумы. Давай большую, хорошо, вот эту вот бомбу. Я пошутил уже. Дим, это автобус, а не бомба. Они живые, да? Да, они выжили. Они живые, хорошо, давайте с Грендвичем надо ставить. Я понял, в чем проблема. Давайте SC-1000. Во, вот это убивает. Это жестко. Кстати, сделаем вывод, что они выдерживают ядерный взрыв. Не все. Нет, тут еще топают. Что топают? Вы что? Надо всех убить. Всех убить надо. Дима, ты что, с ума сошел? Дима, наверное, они более живучие. Я тоже это, кстати, заметил. А сейчас они активируются, эти гранаты. Они не умирают. Эй, бомбы, активируйтесь. Ой, жестко. Ой, вылетело, наверное, на рабочий стол. Люблю, когда горит, отлагает. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.